Всем привет! Вы на канале Ава. Сегодня в нашем обзоре топ лучших компьютерных швейных машин. Швейная машинка с компьютерным управлением – лучшее, что может быть рукодельница. Эти устройства располагают большими возможностями, пошив разнообразных изделий, вышивание, пичворк, квилтинг, глазковые петли и прочее. Оснащаются ротационным и горизонтальным челноком. Работают очень тихо и без вибраций. Как и любой компьютер, оснащены дисплеем, монитором, на котором отображаются все происходящие операции, неисправности, ошибки. Соответственно, и цены на них будут гораздо выше, поэтому для работы дома такие устройства покупаются крайне редко. И мы начинаем. Номер 4. Toyota Aukaki 50 Renaissance. Отличное качество по приемлемой цене. Страна-производитель Япония. Машинка не полностью компьютерная, а является компьютеризированной электронной моделью и не имеет возможности подключения к ПК. Количество швейных операций здесь 50. Необычный и дерзкий дизайн машинки вдохновит любую рукодельницу на творчество. Увеличенная поверхность позволит работать с большими полотнами ткани. Благодаря встроенному швейному советнику машинкой сможет пользоваться как профессионал, так и новичок. Toyota Aukaki 50 Renaissance обладает специальной функцией, которая позволяет делать вышивку и наметку. В комплектацию входит богатый набор лапок. Лучшее соотношение цены и качества в нашем обзоре. Номер 3. Janome DC3900. Лучшая цена. Страна-производитель Япония. Janome DC3900 является обновленной версией DC3600 с улучшенной функциональностью. Производитель предлагает 50 операций, в том числе строчки для трикотажа и украшения полотен. Машинка умеет выметывать петли в нескольких вариантах, управляется с дисплея. Многие функции можно настроить под себя. Мастер регулирует длину до 5 мм и ширину до 7 мм стежка. Покупатели говорят, что этого хватает для толстых тканей и сыплющихся материалов. На дисплее видна информация об операции, есть подсказки. Встроенные нитевдеватели и нитеобрезатель упрощают работу мастерицам. Корпус выполнен из прочного пластика с кнопками. Производитель пишет об обновленной конструкции лапки с местом для подъема. Теперь изделие можно поворачивать в любом направлении. Покупатели называют машинку лучшей, отмечая большое количество функций и доступную цену. Скорость работы изменяется плавно, без рывков. Компьютерное управление позволяет создавать сложные дизайны, справятся даже новички. Многие отмечают удобную ночную подсветку. Хотя другие пишут, что она режет глаза. Рабочая поверхность сделана из пластика, требуя аккуратного отношения. За возможность создавать ровные строчки и разнообразие швейных операций Janome DC3900 получает место в нашем рейтинге. Номер 2. Bernina Bernet London 8. Справляется с большими объемами работы. Страна-производитель – Швейцария. Bernina Bernet London 8 многие называют лучшей моделью этой серии. В ней сочетаются функции для бытового шитья и возможность быстро обрабатывать большие объемы. Ее приобретают и домой, и в ателье. Устройство справляется с плотными и сыплющимися тканями, умеет делать декоративные строчки, цифры и алфавит. Пользователю доступно 155 опций, максимальная ширина стежка составляет 7 мм. Профессиональные швеи отмечают функцию памяти. Прибор запоминает индивидуальные настройки и выдает их при следующем включении. Корпус прикрыт крышкой, под ним спрятаны подсказки. Система регулировки нити и колесико смены режимов. Выбранная строчка подсвечивается на панели. Об устройстве есть отзывы людей с разными навыками. Многие пишут о легкости настраивания и работы. Давление лапки меняется в одно касание. Скорость шитья и положение иглы имеют несколько десятков вариантов. Машинка справляется с трикотажем, шифоном и подобными сложными тканями. Есть оверлок, нет необходимости мучиться с зигзагами. При всей функциональности прибор занимает мало места, его удобно хранить дома. Хотя не всем требуется столько функций, а на разбор настроек придется потратить немало времени.
Номер 1. Brother Innov X4000. Лучший функционал на рынке швейных устройств. Страна-производитель Япония. Первое место в рейтинге компьютерных устройств занимает Brother Innov X4000. Несмотря на крайне высокую цену, машинка очень популярна. Мастерицы, которые профессионально занимаются производством одежды, дизайном и прочим рукоделием, готовы отдать большие деньги за качество, удобство и неограниченные возможности. Одних только швейных операций здесь 1500 видов. В комплект ACU входят вышивальный блок, стол для расширения рабочей поверхности, лапки для квилтинга, обметочные, для пришивания пуговиц, для подрубки, для вшивания молнии. Способность подключения к компьютеру дает возможность загрузить новые схемы вышивок. Прилагаются различные аксессуары от нитевдевателя до жесткого чехла. Brother Innov X4000, судя по отзывам, имеет высокую репутацию. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор топ лучших компьютерных швейных машин. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца, всем до встречи.